Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 800. Используя цифры 4, 5, 6, записали два разных трехзначных числа. Может ли произведение этих чисел быть равным числу, записанному с помощью только цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8? В записи чисел цифры не повторяются. Итак, если произведение чисел записано с помощью данных цифр, а мы знаем с вами признаки делимости, в которых все, что нам нужно знать, это только цифры, и такие признаки делимости у нас на 3 и на 9. Мы знаем, что если сумма цифр в записи числа делится на 3, то число делится на 3. Если сумма цифр числа делится на 9, то число делится на 9. И давайте мы найдем сумму цифр произведения данных чисел. Итак, 0 плюс 2 плюс 3 плюс 5 плюс 6 и плюс 8. Итак, если одно из слагаемых 0, то сумма равна другому слагаемому. Поэтому на 0 мы можем не обращать внимания. 2 плюс 8 – 10. 3 плюс 5 – 8, 6 плюс 8 – 14, 14 плюс 10 – 24. Итак, мы видим, что сумма цифр кратна 3, но не кратна 9. Поэтому число, записанное с помощью цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8, оно кратно 3, но не кратно 9. Запишем это. Теперь посмотрим, какие у нас множители. Итак, оба множителя записаны с помощью цифр 4, 5 и 6. Найдем их сумму. 4 плюс 5 и плюс 6. 4 плюс 6 – 10, 10 плюс 5 равно 15. Итак, 15 – это число, которое кратно 3. Второй множитель тоже записан с помощью этих же цифр, поэтому оба множителя будут кратны 3. А так как оба множителя кратны 3, то произведение должно быть кратно 9. А если число, наше произведение записано только с помощью цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8, а это число не кратно 9, то ответ на нашу задачу будет тот, что не может быть произведение этих чисел равным числу, записанному с помощью цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8. Итак, поэтому запишем, так как оба множителя кратны 3, то их произведение кратно 9. Ну и как вывод. Таким образом, произведение чисел не может быть равно числу, записанному с помощью данных цифр. Запишем это. Все, мы справились с вами с задачей. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео.